по поручению главы государства правительство разработало пакет срочных мер социального характера с целью решения актуальных социальных вопросов, повышения благосостояния народа. До конца текущего года более 300 тысяч безработных самозанятых будут охвачены мерами содействия занятости, в том числе через краткосрочное профессиональное обучение в рамках программ «Бастау бизнес» и «ЖАС КСПР». Большое внимание будет уделено стимулированию предпринимательской деятельности путем предоставления льготных кредитных средств и грантов для заинтересованных в открытии своего дела. Предусматривается повышение эффективности процесса предоставления адресной социальной помощи наиболее уязвимым слоям населения. Важнейшей задачей правительства и Национального банка станет расширение доступности жилья. С этой целью 2 раза будут увеличены объемы строительства арендного жилья для малообеспеченных слоев населения, то есть до 20 тысяч квартир в год, и в 3 раза для работающей молодежи, до 3 тысяч квартир в год. Во всех регионах будут систематизированы меры социальной поддержки для детей из малообеспеченных семей.